Desert Eagle. 10 рублей в день. Как, сука. Так, играю за Акали. Вот я не понимаю, а нахуя мне покупать тканевую броню первое? Я первое, что темная печать и 3 хилки. Вот то же самое надо и Катарине покупать. Ну, Акали, Катарина, я так понимаю, это сестры, типа подруги близкие, да? Обе без маны, видите? То есть без маны, да, играем. То есть АП керри, ассасин, я бы даже сказал. То есть это не АП керри, как Вейгар или кто-то, да, как бренд, а это именно ассасин, то есть АП ассасин. Чем выделяется вот Акали? Магическим вампиризмом. У меня 10%, видите, уже сразу. То есть вот в этом прикол. Бывает, очень помогает, даже когда ты почти должен умереть, да, даже против троих дерешься. Ну вот, очень помогает вампиризм, то есть отхиливаться, когда ты почти умер. Против меня эко будет стоять, наверное, я не знаю. Это не ранговая игра, сразу говорю. Не ранговая. Так что тут, по сути, похер. Четвертый раз пытаюсь сегодня обзор записать, четвертый или пятый. Да ладно, против Джинкс. Интересно. Ну... Конечно, урона у меня пока не особо много. Давайте пока хотя бы пофармим, вот так покоцаем. Да. Короче, для меня какие для Акали самые главные артефакты? Хекстековый штык и гроза личей, потому что гроза личей автоатаку усиливает. Да, хекстековый штык, он дает вампиризм и большой дамаг, кстати. Вот я раньше не замечал. Я последнее время за Зеда играл, за Ясу и за Вейгара, да, то есть я хекстековый штык не покупал. А оказалось, что он большой урон дает, кстати. Ага, херти. Да, честно скажу, я не знаю, как она меня сейчас убила. Ну что ж, окей, окей. Допустим, в Лиге Легенд такое бывает. Ладно, допустим. Не знаю, как она меня сейчас убила, я хз, если честно. У нее просто дамага столько нет, чтобы меня убить сейчас. Ну ладно, что ж, ладно. Ладно. Окей. А вообще, Акали мне... Блядь. Где-то раз пятый или шестой сегодня за нее играю. Очень мощный чемпик. Вообще мне что-то понравилось. Она когда расфидится, да, ты просто любого ваншотишь, по сути. Ульта еще охрененная. КД 2 секунды всего лишь, да, то есть... Ульта просто по КД юзается, ну и дамажит нормально так. Чем-то на Ешку Ясу похожа вот моя ульта. Да, ну иди нахуй. Сука. Я вот честно, я до сих пор в ахуе, как она меня убила. Честно говорю, я не знаю, как она меня тогда убила. Вот такая вешка замедляет врага и дает инвиз. Вот в этой области. Тварь. Вот нахер она улетела, она же дурочка, вот нахер она улетела сейчас. Да. Конечно, нехорошо получилось то, как она меня убила. По сути, она меня и не убила, если так говорить. Это просто, ну, недоразумение было. Надо теперь дико пушить, чтобы отыграться. Ничего, это норма все. Это норма, все равно один на один я против Джинкса вытащу. Сейчас мне расфармится чуть-чуть и все норм будет. Все будет норм. 6-5. Шестая минута игры, уже 6-5 в нашу пользу. То есть шумиха идет тут такая. Кипиш, так сказать. Так, Джинс куда-то запропастилась.
Да иди... А, все, вижу, Джинкс. Что, блядь, у Джинкс 2-0 уже? Охереть. Ладно, мне ульт нужен. Я без ульта не могу нихуя. Вот что я без ульта сделаю? Ну, сейчас ульт будет. Можно будет что-нибудь зарешать сделать. Пиздец, она имба ебаная. Хер что и сделаешь просто. Да. Бета будет тяжело. Наконец-то я настроил ОБС. Ну, как бы похуй, видос-то снимать надо. Ну, блядь, вот будет такой видос, какая нахер разница. Кстати, в чем еще полезность темной печати? То, что она хилки увеличивает. То есть тоже вот, да, вот почему стоит покупать. Не собирать я из темной печати не буду ничего собирать. Я чисто ее купил вот на начальный этап игры, пока побегать с ней. Все, у меня есть ульт. Отлично, Триндамир завалил дракона. Это хорошо. Да еще и огненного. Хорошо. Так. Да, так на самом деле. Расфиженная Акали, это пиздец. Как я сказал, ульт пока Д юзается. То есть у него есть заряды, да? Три заряда. И юзается по КД. И плюс каждый юз ульты 100 урона наносит. То есть, как бы 300 урона можно, да? Ну, перманентно, так сказать, нанести, пока вот заряды не закончатся. Пиздец, они Джинкс расвидели. Пиздец, о май гад, блядь. Они Джинкс расвидели, ёбнутые. Все. Нету Джинкс, это хорошо. Меня радует. Джинкс пошла бот гангать, и ее убили. На самом деле, вот в чем смысл, да, вот эта игра, она не ранговая. То есть я потею только в ранговых играх, да. То есть тут мне на самом деле похер вообще. Как мы сыграем. Вы знаете, вы можете посмотреть прошлые мои игры. У меня по 30... У меня рекорд на Джинни что-то 35 фрагов, что ли. Вообще изи, блядь. То есть... и это норма для меня. У меня... То есть я играю, ну, норм, да? Конечно, я не претендент, не лучше всех, но очень даже норм играю. По сравнению с многими, да? Можете вот прошлые мои катки посмотреть. Я их немало уже выложил на YouTube. То есть это норм все. Тут просто у меня в обычных катках нету стимула потеть, потому что не ранговая, да, ну какой мне смысл стараться? Поняла. Так, а вот Джинкс можно попробовать сейчас убить, кстати. Так-то. Ну, поближе ее подпустить. И если бы мне еще кто-то помог. Плюс надо все время думать об энергии, потому что вот у меня не раз бывало, когда в самый нужный момент энергия заканчивалась. Да, потому вот надо думать вот об экономии энергии. Хекстековый револьвер. Ну, я сразу говорю,
Я не знаю, как меня Джинкс убила, я честно, я до сих пор в ахуе, как она меня убивает. Я так понимаю, что ее усилили, вот было ж обновление недавно, да? Джинкс, ее нужно нерфить, фиксить, а ее наоборот усилили, да? Ну что ж, ладно, 0-2-0 у меня счет, ну пока я нормально хотя бы фармлю, ну что ж, ладно, нормально. Ты тупо, блядь. Вы видели, сейчас лаг был, да, вот опять же, вот из-за таких мелочей, да, просто Лига Легенд скатывается. Вот видели, сейчас я в крипах застрял, пройти не мог. Один хуй мы выиграем. То, что Джинкс имбу пикнула, это, ну... Джинкс одной своей имбой не затащит, на самом деле. Еще такой интересный модификатор у Акали есть. Автоатаки усиливаются, да, то есть доп магический урон наносят, то есть... Вампиризм у меня, кстати, уже 14 магический и 12 физический. То есть у меня вампиризм норм такой уже идет. Ну, как я сказал, хекстековый штык мне вот самый главный артефакт. И потом гроза личей. И норм будет. Так, Джинкс куда-то пропала, а мне похуй, я пушу. Джинкс во мне зверя зря пробудила, на самом деле. Я просто пушить буду. Хорошо. Все, на боте тоже пацаны снесли одну вышку. То есть мы сплит-пушим по всем фронтам. Это очень хорошо. Видите, мне даже никто не мешает. Да иди нахуй, вышка. Хорошо. Видите, я вышку спушил в соло и наполовину башню прокоцал. Вторую. То есть пиздец, да? Просто взял, я не знаю, почти весь лайн в соло снес. Блин, ну мне убивать надо. Я не хочу ограничиваться сносом башен. Я убивать хочу. Вот так, ну ты чё от смерти-то от своей убегал? Всё нахуй. Пиздец, еще и убежать от меня хотел этот Зилиан. Зря от смерти не убежишь. Не беги, умрёшь усталым, как говорится. Да блядь, я ж со стороны обходил. Где-где? Тут где-то Джинкс. Тут где-то Джинкс. Тварь убежала. Вот тут где-то Джинкс. А, ну она, наверное, уже на базу улетела. Ну хер с ней. Сыкло. А, вот она, вот она. На нахуй. На нахуй. Есть у меня хекстековый штык, замечательно. Теперь что? Теперь грозу личей. И норм. Жалко только, что у меня темная печать не настаканная. Просто понимаете, как бы вот такая херня, я уже в других роликах говорил, когда ты что-то не фрапсишь, то заебись получается. А когда фрапсишь, то какая-нибудь хрень происходит. То есть
заебись, я прошлую катку отыграл, но там я не... С ОБСом какая-то херня была, короче, я не записал. Сейчас я ОБС настроил, сейчас норм. Хекстековый штык очень полезная вещь. Я вот раньше на него внимания не обращал. 280 урона он сейчас наносит. Это пока что. Пока у меня силы умений особенно нету. Плюс гроза личей потом охрененно. Модификатор к автоатаке будет. Их жалко, я через препятствия не могу перелетать. Угу. 20... Так. 24-15 счет. 17-я минута игры. В нашу пользу, конечно, 24-15. Мне ульта моя напоминает Ешку... Ясу. Тоже очень похоже. Только у Ешки Ясу еще меньше КД. У меня 2 секунды ульты, а у Ешки Ясу еще меньше КД. Опа, вот это опасно сейчас. Есть. Минус Дрейвен. процентов у меня магический вампиризм, но это пока что 19%, потом больше будет. На нахуй. А ну-ка, добью ультой. Шучу, не добью. Ну норм. Пока я начинаю отыгрываться чуть-чуть, норм. Угу. Заметьте, у меня уже 4 стака на темной печати, а итого плюс 12 силы умений. То есть очень полезный артефакт, темная печать. Я его продам, конечно, потом, но вот... Пока вот на ранних именно этапах игры, как First Закуп, очень полезный. Я не понимаю, зачем мне рекомендуют покупать темную броню. Я бы не сказал, что она прям так нужна мне. Так, ну так себе, уже урон более-менее. 300 урона хекстековым штыком. Тоже хорошее подспорье. Плюс потом гроза личей будет и норм вообще. У меня 500 урона крипам наносит. Получается автоатака после кьюшки. Ну то есть вообще норм. А ну-ка, Джинкс ко мне. Ты заебала своими минами этими ебучими. Изи, блядь. Стой, Пантеон. Хочу убить тебя. Блин. Хоть клинок Йому покупай. Отлично, Пантеона я тоже убил. У меня, короче, 19% вампиризма магического, то есть... Пиздец. Вот, пожалуйста. То есть я начинаю отыгрываться. Я же говорил, мне просто расфармиться надо. Вот. Я, собственно говоря, расфармился. Теперь можно идти убивать. Благодаря моему ульту от меня хер кто на самом деле сбежит, по сути. Давайте сразу ингибитор. Все, чё-то изи, блядь. Как обычно. Ну ладно, как-то так.